Я на самом деле, несмотря на то, что я сама увлекаюсь тайской традиционной медициной, я частый посетитель госпиталей. Почему? Потому что я хожу туда обследоваться. Один из самых главных залогов успеха в лечении – это правильно поставленный диагноз. Поэтому за диагнозами я люблю ходить обследоваться, да? Я очень часто говорю, иди отсюда, ты здоровый. Я говорю, слушай, давайте мне это обследовать, давайте мне это. Говорю, слушай, как ты деньги тратишь, иди уже отсюда. Нужно знать, что я здорова. Не все это понимают. Я когда в России проходила, тоже у меня муж говорит, вот, я тебе не доверяю, иди в России там проверяйся, да, я там в России пришла, мне говорят, вы вот флюорографию вы делаете, зачем? А с работы направили? Я говорю, нет. А зачем тогда делать флюорографию? Я говорю, ну, мне интересно, в каком состоянии у меня легкие. У врача вообще шок. Я говорила, что плановый осмотр. Я говорю, у вас от организации? Я говорю, да нет, я вот сама. Зачем вы добровольно идете делать осмотр? Ну, для машины мы техосмотр делаем регулярно, а вот почему-то своего тела мы техосмотр делаем крайне редко. Вот непонятно, почему есть такая ситуация.